Сейчас мы посмотрим видео про малыша Хаги-Ваги. Ну а если ты за 3 секунды успеешь поставить лайк и подписаться на канал, то все твои мечты и желания сбудутся. Итак, время пошло. 3, 2, 1, 0. Все, время вышло. Если ты успел, то молодец. А если не успел, то даю тебе еще 2 секунды. 2, 1, 0. Все, теперь уж точно время вышло. Так, окей, ребята, первый мультик начинается. Это у нас Хаги-Ваги. Вы только посмотрите на него, какой он миленький. Малыш, его кто-то бросил. А персонаж из игры Among Us его подобрал. Так, окей, налили ванную. Сейчас будут купать Хаги-Ваги. О, это очень мило. Вот бы была реально такая игра, я бы ее сразу скачал и каждый день в нее играл. Так, ладненько. Он радуется, плескается. Ой, какая милота, ребята. Так, берут шампунь. Все, сейчас будут намыливать. Блин, это очень круто сделано. Блин, это, знаете, это какая-то параллельная вселенная, где Хаги-Ваги очень добрый. Он никого не кусает, ни за кем не гонится. Он просто малыш добродушный. Так, окей. Смотрите. О боже мой. Так, блин, я реально хочу эту игру, ребята. Если вы тоже хотите, напишите в комментариях и поставьте лайк. Так, ладно, а губку опять намыливают. Сейчас у него какое-то лицо грязное, сейчас нужно личико умыть. Все ништяк, сейчас будет чистюля у нас Хаги-Ваги. Так, ладно. О, у него еще и зубы грязные. Ну, сейчас мы, я думаю, они его почистят. Где щетка? Нужна зубная паста и щетка. Ага, вот зубная паста. Все, сейчас будет все чики-пуки. Хаги-Ваги будут блестеть просто. От чистоты. О, пипец. Ребята, запомните, если вы не будете чистить зубы, то у вас будут они именно такие. Поэтому чистите зубы каждый день. Пипец, что Хаги-Ваги ел вообще? Окей. Вот, теперь у него его острые зубки стали намного чище. Так, опа. Его кто-то взяли? Это что такое? А, это специальное детское кресло. Прикольно. Так, а теперь нужно ногти ему постричь. Что такое? Настолько острые, что невозможно их... А, все, нет, возможно. А я уже подумал, что у него настолько острые ногти, что их вообще невозможно никак убрать. А оказывается, все возможно. Так, ладненько. Теперь Хаги-Ваги не сможет никого своими острыми ногтями зацепить. Так, теперь... пилингом занимаемся. Так, хорошо. Все, убираем лишнее. Воу. На самом деле это очень так залипательно. Ладно. Так, осталось еще 2 пальчика. И последний. Все. Все готово. Ногтей нету. Хаги-Ваги доволен. Так, ну я думаю теперь, да, время подкрепиться. О, какой-то гамбургер. Воу. Что, он не хочет его кушать? Ребята... Я не знаю людей, вообще никого, кто не любит кушать гамбургеры. Вот я их обожаю есть. Если вы, ребят, тоже любите есть гамбургеры, напишите в комментариях. Так, ему предлагают глаза. О, это молочко. Молочко всем малышам полезно. Ну-ка, давай, Хаги. Будешь здоровым, большим, страшным. Так, ладно, опа-на. А здесь у нас Хаги-Ваги. О, играет с куклой из игры в кальмара. Тут она тоже очень маленькая. Так, это... Ага. Это куличики. О, они строят замки. Ребята, а вы в детстве соревновались, кто лучше построит замок? Вот у нас были соревнования. И знаете, это было очень так увлекающее занятие. Так, ладно. Они дерутся между собой. Блин, это прикольно, прикольно. Так, ага, им надели специальные масочки, да, для душа. Больше похоже на наушники какие-то. Либо на пельмешки с двух сторон. О, у Хаги есть попыт. Так. Зачем? Зачем она его ест?
Это же резина! Это же невкусно! Так все, она разозлилась на Хаги! Он ее подставил! Так это водный пистолет! Блин, у меня нет водного пистолета. Ребята, вот у вас есть водный пистолет? Просто у многих моих знакомых есть водные пистолеты. И они говорят, что это очень классная вещь. Надо тоже будет как-нибудь приобрести. Так, а они спорят за наряд? За костюмчик? С каких пор кукла начала стрелять лазером? Так это руки-хваталки из Poppy Playtime. Это был сильный удар. Так, ладно. Это так прикольно, так мило, как они дерутся. Ребята, это блин. А автору огромный респект. Очень классно анимировано все. Так, все, она расстроилась. Что-то они не поделили. Оо, нифига себе. Хаги на мгновение превратился в монстра. Так, ага. Ой, все, они подружились. Снова дружно все общаются. Так и надо, надо жить в дружбе. Окей, это очень мило. Это что такое? Это какая-то книга? Так, стоп. Окей. Какая-то книжка, какая-то сказка про русалок. Все, они заснули, серьезно, за 5 секунд. Так, ладно, это у нас Хаги, Ваги и Киси-Миси. Они поженились. Вау, классно. О, да уж. Я бы не целовался с Киси-Миси. А то недалеко и пасть так тебя откусит. А много месяцев спустя. О, так. Это тест на беременность. Одна полоска. Так, одна полоска, это вроде беременна или не беременна? Я что-то, ребят, про это очень мало знаю. Если кто знает, напишите в комментариях. Так, говорит, смотри. Скорее всего, она беременна, раз она хвастается им. Так. Он подумал, что это ложка для размешивания сахара. Он не понял, на что она намекает. Все, она пошла грустить. Так, это что такое? Это похоже на какой-то чебурек? С кетчупом? Что происходит? Ей что-то не нравится. Так, он кушает кетчуп? Так, она реально раздражается. Ее тошнит, но это, короче, все признаки беременности. Скоро у них будет маленький Хаги-Ваги. Что это такое? Что-то протухло? Так. Он сказал, типа, я все съел, а на самом деле все выкинул в мусорку. Она его спалила. И вот уже наказывает за это. Ну, все понятно, ребят. Плачет, тошнит, все раздражается. Ну, это признаки беременности. Вот и животик. Вот там Хаги-Ваги маленький, малышонок дергается. Что это такое? Это лазер? О, он будет наполовину Киси-Миси, наполовину Хаги-Ваги. Ой, Хаги расплакался. Он очень счастлив. Так, вот, держи цветочки. Он просто взял и передарил цветы, серьезно? Ну, ей все равно приятно. Он проявляет знаки внимания. Молодец. Так, ладно, Хаги вышел из какой-то пещеры. За яблочком? Так, мне кажется, Хаги-Ваги перешел на фрукты. Он перестал есть человеченку и решил полакомиться фруктами и всякими... Оу! Собачка попала в капкан! Эй! Все, я думаю, Хаги хочет его съесть. А на самом деле он просто освободил, помог этой бедной собачке. О, ребят, снова персонажи из Among Us. Так, они что-то затеяли. Что-то плохое. Они прогоняют Хаги.
А Хаги ничего плохого не сделал. Это ребеночек желтого. Смотрите, сейчас Хаги его спасет. Блин, в этом мире Хаги очень добрый. Смотрите, ой, какой миленький. Так, скорее всего, он сейчас будет за ним ухаживать, как мама. Так, это у нас розовый персонаж. Ага, Хаги решил украсть бутылочку. Он хочет молочка добыть из коровы. Так, молоко, отлично. Прям с огорода. Где-то тут была бутылочка. Как она ее не заметила, я не знаю. Так, все. Сейчас Хаги-Ваги будет откармливать этого маленького желтенького амунасика. Ой, бедная корова. Сколько из нее можно доить вообще? Так, ну все, я понял. У Хаги нет своего дома, и поэтому он потихоньку у всех вещи крадет. Но почему это только у розового персонажа? Так. Хаги сама беспалевность вообще. Так, бедная корова. Она уже устала давать всем молоко. Что это такое? Это был какой-то монстр. Нет! Это не Хаги-Ваги, это другой монстр. Ох вы сволочи! Они же даже еще не знают, кто это сделал. Они сразу подумали на Хаги-Ваги. Почему? О, а там у него малыш! Эй, откройте, хотя бы малыша спасите! Ну ё-моё! Пипец, это изверги какие-то! Малыша спасите! Вот, смотрите, вы что сделали! Вы чуть не подожгли своего же малыша. А где же спасибо, Хаги-Ваги, что ты спас моего ребенка с реки и стал за ним ухаживать? Просто взяли и бросили Хаги. У меня нет слов, ребята, у меня нет слов. Так, ладно, Хаги работает за компьютером. Это какие-то... Это пачка денег? Так, у Хаги есть какая-то идея. Так, он берет пачку денег. Почему-то живую. Он дарит Киси-Миси, чтобы она себе что-то купила. Она радуется. Это, скорее всего, какой-то подарок на какую-нибудь годовщину. У них же была свадьба. Так вот, Киси-Миси. Так, чтобы не спалило подарок, а он выключил монитор. Нет, там ничего нету. Вообще, вот, держи. Что это такое? Это цветы? Я не понимаю, ребят, это даже не похоже на цветы. Так. Она его спалила. Но она что-то не... Она что-то другое подумала. А как она вообще открыла эту страницу? Она же просто нажала на монитор. Так. Хаги расстроился. Он хотел сделать ей приятное. А она вот так вот отреагировала. Окей. Все хотят... Все ухаживают за пачкой денег? Серьезно? Мистер Крабс вон там. Так. Золотой ключик. Я хочу золотой ключик, говорит пачка денег. Ребят, я не знаю, как еще назвать эту зеленую штуку, потому что это похоже реально на пачку денег. Воу, мистер Крабс наносит удары. Хороший бежать Хаги. Киси-Миси, ты где? Помоги своему бойфренду. Ой, все, Хаги расстроился. Так. Он скорее всего, расстроился из-за того, что Киси-Миси его отвергла. Во-во, смотри, вспоминает эту ссору. Так, все, его начинают жалеть. Говорит, Хаги, не расстраивайся, вы еще помиритесь. А, все, Киси-Миси тоже уже немножко отошла от ситуации. Уже поняла, что она сделала неправильно. Что им нужно помириться. Вот-вот, вот так бы сразу. Так часто бывает, вы сначала ссоритесь, потом эту ситуацию отпускаете и снова дружите.
Так все, она разозлилась. На мистера Крабсона, скорее всего. Так. Зачем она его снова убьет? Что такое? Я не понимаю этих девушек. Так все. О, они бегут к Поппи. Так. О, мистер Краб скинул коробку. Кисси Мисси сейчас упадет. Нет. Хаги. Так. Мистер Краб, давай спасай. О, он не спасает. Он бьет по руке? Ох ты гад! Ничего, ничего, сейчас ты получишь по заслугам. Все, она зацепилась. Смотрите, там у мистера Крабса кое-что торчит. Так? Он, все, он висит на своей последней клешне. Не-не, эта пачка денег ему не поможет. Оооо, это было жестко. Ее разорвало пополам. Кто? Серьезно? Блин, это планктон. Что он там делал? Может, это он управлял ею? Может, это был его план? Но планктон сейчас хочет спасти мистера Крабса. О, Хаги! Я так и знал, что Хаги в последний момент сможет всех спасти. Все, Хаги говорит, все, больше так не делай. Прости меня, Хаги. Эх, ладно. Так, ага. А мистер Крабс ругает планктона за содеянное. О, это кольцо из планктона. Так, ну-ка дай-ка мне сюда. Она из мистера Крабса сделала крабовый салат. Все, они снова поженились. Это очень странное видео, ребят. Но очень милое и доброе. Ути-пути, какие они милашки. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!